из фильма о Сергее Владимировиче Григораше. Я его долго упрашивал, он не соглашался, потом я все-таки в девятом году я его уговорил, снял, используя его некоторый материал, там из его поездок в Москву и прочее. Вот. Но, может быть, в этом фильме не очень качественные получаются некоторые кадры, прошу прощения заранее, потому что материал был такой еще не совсем готов к тому времени, которое сейчас. Сейчас у меня уже другая аппаратура, дорогая, поэтому я все снимаю по-другому, и фильмы получаются немножко другие. И вот Александр Николаевич Кученко, мой старинный приятель, я его знаю еще с 70-х годов прошлого века. Вот я решил, что о нем тоже надо снять этот фильм. Замечательный художник, и я снял о нем уже другом немножко фильм. Вот. Мы тоже, товарищ Михаил Индык, сидит он тоже, я о нем коротенькие, короткометражки, совершенно фильмы коротенькие, такие 15. С удовольствием их посмотрим. 20 минут. Вчера просто фурор ваш фильм. Да, и писатели были потрясены. Ну вот. Ну и это не конец. Я надеюсь, что я еще буду снимать о наших художниках. В частности, вот я договорился с Поздеевым. Он приедет. Надеюсь, что в следующем году мы покажем ваши новые фильмы. Ну давайте посмотрим тогда. Давайте посмотрим. Серьезно, таким прекрасной работой делать. Наталья Алексеевна, тут не видно. Громче. 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 До конца. Thank you.
Сейчас.
Нам уже надо будет ехать, чтобы в музей.